Сергей, спасибо большое за донат. 2209, это может... Блин, Даша спит уже, наверное. Мы эту песню с ней наизусть знаем. Оба прям причем знаем наизусть. Это вообще наша классика. Послушай всем стримам, жизненно необходимо. Бля, я хочу проверить, Даша спит или нет. Даша спит. Ну, я тогда тихонечко буду подпевать. 2209. Это может быть и выдуманная история, но такое могло быть и по-настоящему. Я ничего не отрицаю девчонок, но девчонки должны быть на втором месте. Мы с тобой, брат, лучшие друзья. И вот мы собираемся с тобой пойти погулять. И вот такая кто запикал слово шняга, блядь? И почему там какой-то шум и какая-то хуета? Так, в пизду. Я это говно слушать не буду. Я включу сейчас нормальную версию из ВКонтакте. Потому что это какой-то просто пиздец коричневый. Испортили шедевр, блядь. Друзья, и вот мы собираемся с тобой пойти погулять. И вот такая шняга происходит, блядь. Мне девчонка звонит и говорит: приходи ко мне домой, я забыл про тебя совсем. Мы пошел к ней, погулял у нее, переспал с ней, а за тебя совсем забыл. И вот через неделю я тебе звоню, рассказываю историю и говорю: прости, бро, ты меня простил и сказал: давай завтра пойдем погуляем. Но такая шняга происходит опять. Я иду к тебе, куда в намеченное место, а тут девчонки идут с парой походу. Короче, одна мне говорит то, что хочет со мной петлять, а может даже замуж выйти, блять. Я ей купил цветов, а она мне заебала мозги. И вот два месяца спустя мы с ней расстались, бля. Я звоню тебе, а у тебя гудки, ты не берешь трубку. Но я подумал то, что ты обиделся, и звоню твоей маме. А мама говорит: его нет в живых, и плачет. А ну что я натворил, и подхожу к братве. А братва мне говорит то, что Дэна нет в живых. Его побили в ту субботу скинхеды. Его отвезли в скорую помощь, он рассказал и умер, блять. И просил тебе это, вот это передать. И теперь, бро, я на твоей могилой сижу и плачу, стою, дарю тебе цветы. Я забил на тёлок, я найду скинхедов из-за тебя, бро. Отомщу. Е. А, есть даже мой кавер. Я честно, я не учил это специально. Типа, то есть, просто это настолько охуительная тема. Я прям так усывался с этого произведения искусства в свое время, что просто... Столько раз слушал, каждый раз умирал от смеха и невольно выучил. Я не учил это специально, типа. Замуж выйти, я и куплю. Там видите, какие-то дебильные смешки, какая-то хуйня, какая-то поебень сделана. То есть это прям... Вот, это такое. Спасибо, конечно, большое за донат, Сергей. Но вот...